Здравствуйте, это блиц-опрос с ИСОЙ. Чего вы боитесь? Смерти. Что вас радует? Радует жизнь, события, которые происходят со мной. Что пугает? Пугает меня предательство, ненадежные люди. Это меня пугает. Самый безумный поступок в вашей жизни? Самый безумный поступок – это когда я читал стихи на весь Арбат. Очень громко, на всю улицу я кричал, читал стихи. О чем вы жалеете? На сегодняшний момент ни о чем. Каким вы себя видите через 10 лет? Очень успешным и известным актером и режиссером. Что бы вы сказали Исе в прошлое? Вот вам сейчас столько-то лет, и, допустим, 15-летнему Исе, что бы вы сказали? Верь в себя, иди вперед, верь в себя, знай, что ты уникальный и особенный. Что было бы, если бы все машины были желтыми? Ну, это было бы забавно и как-то однотонно. Что было бы, если бы у людей были хвосты? Они были бы другим видом. Это какие-то были бы люди, полулюди, полуживотные. Как уберечь себя, чтобы не сойти с ума? Это очень сложно. Бывает лучше сойти с ума. Вы считаете себя сумасшедшим? Нет, я считаю себя очень хорошим актером, который может сыграть сумасшедшего. А вы самовлюбленный? Нет, я совмещаю в себе плюс и минус самолюбование и самокритику. Я многоликий. Что вам больше всего нравится в себе? Мой характер. Какое самое необычное свидание было в вашей жизни? Было одно у меня свидание необычное. А ну-ка расскажите. Когда я с девушкой пришел, только что здороваюсь с ней, хочу представиться, поздороваться, мы впервые с ней увиделись, и она сразу же меня целует в засос. Вот это было необычно. 18+, дальше.